Объединение возможно, но только после одобрения коллектива вузов. Руководитель региона Александр Пеклушенко прокомментировал информацию о возможном слиянии Национального технического университета и Инженерной академии. По его словам, этот вопрос действительно обсуждается. Более того, в ближайшее время для проведения консультаций к нам приедет замминистра образования. Со своей стороны, председатель обладминистрации подчеркнул, что, по его мнению, объединение вузов сулит лишь позитивные преобразования в системе высшей школы. От этого, на наш взгляд, выигрывают все, и студенты, где статус диплома повышается, и профессорско-преподавательский состав, где повышается заработная плата. Ну и, конечно, есть маневр в отношении работы, финансов, ресурсов. То есть никакого филиала быть не может, это будет самостоятельный институт в Национальной академии. Но мы ни один вопрос не принимаем, не посоветовавшись и не получив одобрения коллектива.